В Дальнегорске в городском парке имени Пушкина создан спортивный комплекс с тренажерным залом, детской комнатой и большим залом для бокса. В прошлом году были здесь, попросили собственника всем, чтобы они его переоборудовали под спортивный комплекс. Вот, они выполнили эти работы, выполнили качественно, хорошо. Вот, поэтому внизу будет зал для занятий, в общем-то, тяжелой атлетикой, вот, где можно в том числе и жителям позаниматься и фитнес-спортом. Различные будут тренажеры стоять, в том числе, значит, и кардиотренажеры. Вот, а наверху здесь хорошие результаты дают ребята-боксеры. Местный тренер по боксу Алексей Зайцев успешно готовит юных чемпионов, которые занимают призовые места на состязаниях мирового и российского уровня. Теперь новый комплекс поспособствует еще большему развитию спорта в Дальнегорске. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.